сказать по поводу продаж каких-то отделений, у меня нет такой информации. Мы на сегодняшний день как бы планируем капитальный ремонт именно подразделения первой больницы как медицинского учреждения. В процессе реформы будет все более понятно. По нашим планам сейчас там будет располагаться плановое подразделение нашего ТМО. Вот, то есть терапевтические пациенты, какие-то хирургические пациенты, те, которые будут поступать на лечение в плановом порядке по направлению семейных врачей или узких специалистов. То есть мы уже работали над проектом будущий, который будет готовиться или уже готовится. Вот, и, в принципе, мы его рассматриваем как лечебное учреждение в ближайшей перспективе. Ничего о продаже не знаю абсолютно.